Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, знакомиться с их автобиографией. Зиновьев Александр Александрович. Гвардии капитан штурмовой авиации в Великой Отечественной войне. Награжден боевыми орденами. Логик, философ, писатель, поэт, социолог, художник, идеолог, борец, гражданин. Всю свою жизнь посвятил служению истине. Член Академии Финляндии, Италии, Баварской Академии Изящных Искусств, многочисленных российских академий, международных европейских премий. Французская литературная премия за лучший роман 79 года, Европейская премия за лучший научно-фантастический роман 80 года, Международная премия Алексиса де Токвиля за создание теории реального коммунизма 1982 года. Почетный гражданин городов Франции и Италии. Посмертно Костромы. Вернулся на родину из вынужденной эмиграции длиной 21 год в июне 1999 года. Гением Зиновьева восхищались Мстислав Ростропович, Владимир Ашкенази, Михаил Шемякин, Эжен Ионеско, Федерико Феллини, Валерий Жескар д'Эстен, Даниэль Баренбой, Янс Неизвестный и другие. Он сам создавал иллюстрации и рисунки для обложек своих книг. Автор более 70 книг: логика, методология науки, социология, художественная литература, поэзия и драматургия, переведены на 26 языков мира. До изгнания из СССР основал логическую школу в Москве и Берлине, получившую широкую мировую известность. В литературе создал новый литературный жанр, названный как социалистический роман. Награжден Золотой звездой МГУ за верность истине. В Костроме на берегу Волги установлен ему памятник. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Ну, вот так вкратце из данных, которые я нашел в интернете, о Александре Александровиче Зиновьеве. Смотрим его работы. Пока-пока, до свидания.